Дева, астрологический прогноз на 2024 год. Дотошность и практичность помогут Деве достичь в 2024 году заранее намеченных целей. Нельзя пытаться обходить препятствия, они подсказывают нужный путь. Астрологический прогноз рекомендует заботиться о здоровье. Год дракона – опасный период для отношений, проверенных временем. Зимою следует подключить дипломатичность, чтобы избежать проблем в коллективе на работе. Тем, кто во время новогодних праздников найдет пару, лучше съездить в кратковременный отпуск. Совместный отдых поможет сблизиться семейным девам. Весной высокая вероятность соприкосновения с государственными органами. Могут подняться вопросы с наследством, передачи недвижимости, расторжение контрактов. В апреле самостоятельное решение принимать нежелательно. Лето в год дракона обещает быть активным. Нужно так распределить время, чтобы его хватило на общение с близкими, на творчество и работу. Гороскоп для мужчин. С самого начала года необходимо определить, что первично, а что вторично. Гороскоп для дев мужчин советует беречь время, анализировать будущие поступки. Целесообразно учитывать только то, что принесет успех в профессиональной деятельности и личной жизни. Главное – самореализация и карьерный рост. До апреля необходимо двигаться на старом багаже, поэтому от крупных трат лучше воздержаться. По астрологическому прогнозу на 2024 год следует стараться избегать конфликтов, подготовиться к конкуренции, решить проблемы со здоровьем до июля, уделять внимание самочувствию. Самое напряженное время в год дракона – август-сентябрь. Потеря суток снизит скорость на пути к успеху, а недели сделает подготовку бесполезной. В ноябре необходимо пробудить нехарактерное качество – амбициозность. Период благоприятен для романтических отношений. У одиноких появляется шанс найти пару. Но не следует открываться партнерам и задаривать их. Действовать следует по плану – сближение, ожидание инициативы и только потом переход на новый уровень. Гороскоп для женщин. Третья декада января – идеальное время для самоанализа. Можно переоценить жизненные ценности, а только после корректировать планы. По гороскопу с конца февраля по июль для дев-женщин наступит сложный период. Нужно ожидать охлаждения связей со многими друзьями, знакомыми и коллегами по работе. Это объясняется пробуждением интуиции, которая подскажет настоящее отношение. Неограниченные траты летом окажут негативное влияние на финансовое положение. Чтобы справиться с безденежьем и добиться успеха, необходимо подключить практичность. К августу у женщин проснется желание творить. Хобби превратится в возможность дополнительно заработать. В этот же период гороскоп предсказывает перемены. Нужно учитывать, появится желание сделать то, что раньше не пробовали, ограничивать себя нельзя. Подавление желания спровоцирует депрессию. А в ноябре-декабре больше времени следует уделять семье или партнерам. Любовный гороскоп на 2024 год. Работа и быт будут на первом месте, но параллельно им в жизни будут бушевать страсти. У одиноких все меняется, как в калейдоскопе. Звезды благоприятствуют романтике, но витание в облаках в этот период не отразится на карьере. Чувства будут захлестывать до осени, но потом, если до октября окончательный выбор, не сделать отношения охладеют. Хорошее время для помолвок, но по прогнозу от астрологов для брака в период не лучший. Свадьбы лучше играть не раньше, чем в конце ноября. Мужчинам-девам нужно корректировать планы, переключаясь на партнерш. Судьба компенсирует все неудобства. Семейный любовный гороскоп для дев на 2024 год обещает спокойствие и успех. Несмотря на занятость, следует поддерживать душевную близость. Супругам так не хватает внимания, а в полной мере его смогут выделить только к концу ноября. Поводом для расставания в паре может стать желание узнать что-то новое. Обучение занимает много времени. Если судьба послала беременность, от такого шанса отказываться не стоит. Здоровье дев в год дракона не подведет. Денежный гороскоп. Астрологический прогноз обещает трудное начало года дракона. Финансовый поток в этот период почти иссякнет. До весны придется довольствоваться минимумом, рассчитывая на свои накопления. Высокая вероятность обмана со стороны работодателя
или невыполнение обязанностей со стороны подчиненных. От крупных покупок лучше воздерживаться до начала апреля. Весной крупные траты нежелательны, но летом от них отказаться будет трудно. Не следует принимать важные решения. Удача вернется ближе к первой неделе сентября. Но на восстановление стабильности лучше рассчитывать к концу ноября. Период, когда можно ожидать крупных денежных поступлений. Февраль, май-июнь, сентябрь, ноябрь. С конца августа до последней недели сентября экономическая стабильность будет зависеть от поддержки близких. Не следует отказываться от помощи, если она добровольная. По прогнозам, успех во втором полугодии и до ноября зависит от здоровья. Нежелательно к концу ноября брать кредиты и влезать в долги. Гороскоп карьеры. Девы не обладают амбициозностью. У них нет агрессии, помогающей добиться успеха. Но в год дракона у них просыпаются нехарактерные качества, пробуждающие волю к победе. Трудоспособность и умение планировать помогут добиться успеха в 2024 году. Даже значительных усилий прилагать не придется, будет достаточно ежедневной плодотворной работы. Но подъем по карьерной лестнице начнется не раньше конца февраля, если не помешают проблемы со здоровьем. В период экономической нестабильности необходимо постараться выровнять шаткое положение. Рассчитывать на чужое плечо нецелесообразно. Близкие будут гордиться достигнутыми успехами, но при неудачах на работе поддержки от домашних девы не дождутся. Толчком к повышению станут рационализаторские предложения или проекты. Гороскоп здоровья. По астрологическому прогнозу в год дракона у дев опасные периоды со стороны здоровья – январь, конец марта и вторая неделя октября, конец ноября. Необходимо в это время обратить внимание на питание, одеваться по погоде. Лучшее время для медосмотра – 10-24 января. Ухудшение состояния возможно с 22 августа по 15 сентября. Если есть возможность, лучше сделать перерыв в работе.